изучил все ноты от и до. Но кто мне на вопрос ответит прямо? Ведь гаммы начинают с ноты до, и ею же заканчивают гаммы. Пляшут ноты, бросив стол, ждут до ре, ми, фа, соль, ля и си, пока, разбросает их по полкам чья-то дерзкая рука. Известно музыкальной детворе, я в пасть тенденциозность не рискую. Что занимает место нота ре? На целый такт и на одну восьмую. Какую ты тональность не возьми, неравенством от звуков так и пышет. Одна и та же нота, скажем, ми, одна внизу, другая рангом выше. Выходит, все у нот, как у людей. Точно! Но парадокс имеется, да вот он. Yeah! Бывает, нота фа звучит сильней, чем высокопоставленная нота. Вдруг затесался где-нибудь бемоль, и в тот же миг, как плесом беспардонно, внушавшая доверие нота соль, себе же изменяет на полтона. Пляшут ноты, бросив с толком, ждут до ре, ми, фа, соль, ля и си, пока разбросает их по полкам чья-то дерзкая рука. Сел композитор жажду удаля, и грубым знаком музыку прорезал, и нежной, как бархат нота ля, свой голос повышает до диеза. И, наконец, Бетховена спроси, что? Без ноты си нет ни игры, ни пения, возносится над всеми нота си, и с высоты взирает положение. Напрасно затевать о нотах спор. Есть и у них тузы и секретарши. Считается, что в си бемоль минор звучат прекрасно траурные марши. А кроме этих подневольных нот еще бывают ноты-паразиты. Кто их сыграет, кто их пропоет? Но с нами Бог, а с ними композитор. Пляшут ноты, бросив столком, ждут до ре, ми, фа, соль, ля и си, пока разбросает их по полкам чья-то дерзкая рука. Пляшут ноты, бросив столком, ждут до ре, ми, фа, соль, ля и си, пока разбросает их по полкам чья-то дерзкая рука. Чья-то дерзкая рука. Чья-то дерзкая рука. Ре, ми, фа, соль.